Стас говорит, давай не будем их продавать, давай их себе оставим. Это я взяла двоих показать. Конечно, с полом вообще сложно разобраться так. Банки мои, которые декорирую. Да, вы такие красивые. Малыши такие красивые у меня. Короче, Стас не знал, что их 5 штук. Он думал, что их 2. Беленькие и желтенькие. А их 5. Я хочу погладить. Ой, такие, такие классные. Короче, всех себе вставляем. Все. Оставляем себе. Это царство. Потом спрашивают, чего у меня столько много птиц? Ну, видишь, мы всех себе оставляем. Они дерутся. Они дерутся. Ой, подожди. Куда? Как, например, вот эти вот. Стас, ну что ты лезешь, вот скажи. Да просто ты портишь картину. Вот, мои баночки, которые декорируют. Правда, я их еще не доделала до конца. Я просто побегу, пусть побегу. Так. Знаешь, я просто побегу. И дети. Один вообще он туда залез. Непонятно куда. Влазь, малой. Ага, домик себе нашел. Вылазь на улицу. Ты нашел себе домик? Новый дом, короче, себе нашел. Пускай он тут живет. Не знаю, что у них с восковицей. Это тоже с ним. На камере так вообще все одинаковые. Это тоже с ним, походу. Ну все, они нашли, эти мыши, угол свой, укромный. Теперь они туда заползают. Боже, 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 боже. Дети, вы куда? Дети, что с вами? Вот что это? Что это такое? Куда они лезут? Вот сейчас это свалится на вас и будете тут... Походу, один застрял. Короче, как всегда, разбегаются. Разбегаются эти мыши. Бедненькие, бедненькие, как на льду скользят. Опа. Короче, банда. Я когда... У меня столько маленьких. Обожаю с ними находиться. Малыши такие. Малыши. Ну вот мне кажется, почему-то, что... Вот эти самые такие. Просто у этого окраса возле ноздрей у них то, ну, все равно белее, чем, ну, чем обычных. Ну, просто камера даже не передает цвет. Вот на камере оно кажется как-то светленько, а на самом деле темнее. Ну, вот эта восковица. Этот белый уже сегодня высовывался. А желтенький одна девочка уже вылезла. Ну, мне кажется, там девочка, потому что у нее совсем уже светленько.